Охрана труда – это система мер по сохранению жизни и здоровья работников. Для того, чтобы обратить внимание на проблемы, которые связаны с несчастными случаями на рабочих местах, учредили Всемирный день охраны труда. Его отмечают ежегодно 28 апреля. В преддверии этого дня сотрудники Московского областного объединения профсоюзов организовали интеллектуальную игру «Что, где охрана труда». Участники у нас практически все наши областные организации профсоюзов, которые входят в наше объединение. Коллективы сборные практически со всей Московской области. 14 команд соревновались по правилам брейн-ринга в знании трудового законодательства. А гибкость ума смогли проявить в тематических вопросах по охране труда в части советского и отечественного кинематографа. Не остались без внимания вопросы, касающиеся создания профсоюзного объединения, оказания первой медицинской помощи и даже первых документов, регламентирующих порядок труда на территории нашей страны. На мой взгляд, он достаточно высокий, он профессиональный. Об этом говорит как минимум тот факт, что они говорят на правильном профессиональном языке. Ну и, естественно, то, что они правильно отвечают на подавляющее большинство вопросов. И это меня радует. Галина Бурова со своей командой «Умный подход» представляют профсоюз работников народного образования и науки из Орехово-Зуево. Игра для них – хорошая проверка знаний в этой сфере. Когда мы сюда ехали, я говорила, мы едем посмотреть, что это такое. И мы едем не за победой. На что мне сказали, ну не может быть, чтобы вы ехали не за победой. Но, к сожалению, сегодня не получилось, но мы получаем массу удовольствия. Сейчас сидим в зале, слушаем другие команды. Уверенно отвечаем на те вопросы, которые нам не попались. Третье место заняла команда из горно-металлургического профсоюза «Стальные знатоки». На втором – команда «Движение первых» из Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения. А первое место присудили команде «Несчастный случай» профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».